Как вы уже могли догадаться, сегодня будет обзор на азиатскую еду. Короче, во многих городах мира есть такая тема, как Чайнатаун. Так вот, в Манчестере она тоже есть, поэтому я сходила и купила там разные азиатские еды. Я не знаю точного происхождения, типа корейское ли это или китайское. Вот, но это все точно то, что едят азиаты, да, окей? Я купила 4 лапши, у нас есть 4 напиточка с тапиокой. Вот это открыто, потому что мне ее дала Поля. Она просто сказала, не покупай невкусное, я дам тебе свою. Ну, я взяла. Потом у нас есть цветная... Нет, как она называется? Короче, нори вперемешку с кунжутом, с каким-то маслом еще. Должно быть вкусное кимчи я взяла для лапши. 4 вида лапши. А потом такая еще алоэ вера, вот обычная алоэ вера. И вот этот вот популярный напиток, который нужно с шариком, короче. Вот, потом я взяла еще мотти. Не знаю, вкусно им будет или нет. А, и еще вот это вот, типа, напиток для bubble tea. У нас готов первый набор еды. Зовем второго эксперта. Всем привет, мы любим кушать. Короче, здесь самая дешевая лапша, кимчи и белая тапиока с алоэ. И хочу вот попробовать очень твой напиток. Ой, это очень сладко. Ну, это, наверное, просто напиток очень сладкий. Она обычная. Она чем-то отличается от дошика? Нет, я не заметила. Просто этот, куриный дошик, вот. Вот если ты закроешь глаза и понюхаешь, ты, наверное, скажешь, что это пахнет лече. Нет. Такой вот классическими... перцами в банке. Выглядит остро. Вкусно? На вкус лечо. Так китайцы все это время жрали лечо. Зачем мне повезло? Ну, острая же, значит, hot. Ну, она, кстати, весьма умеренно острая. Балдеж. Вот это офигенно. Охренеть. Да нет, ты чё? Ты лечо не любишь? Ну, это все объясняет. Короче, мне понравилось вот это, и вот это мне не понравилось. Лапша классная, и кимчи классная. Короче, а вот этому я поставлю, сколько ты поставишь? 3. 6 из 10. Ну, она вкусная, просто очень сладкая получилась. Этому я поставлю, 8. Просто вкусная лапша. Этому я поставлю, 2. Съедобно. 4? 10, да. Ну, не знаю, 8. 8, потому что для самой дешевой лапши она офигенная, но это какой-то кошмар, что самая дешевая лапша это все равно 70 пенсов, это типа 70 рублей. Это самый пакетик самый дешевый. Я не знаю. В какой момент мы будем есть вот это? Давай сейчас. Я голодный, давай сейчас. А, да, слушай, она тут написана, вместе с лапшичкой тоже хорошо подходит. Много способов ее есть, да. Да, вот. Она мелкая, кажется, да? Такая. Я думала, она этими будет, пластинками. На рисунке было вот так. Ну да, ну, кстати, выглядит... So aesthetic, so красиво, просто чудесные чудеса. Жесть. Какие. Вот это 10 из 10. Хорошая лапша. Set number 2. Лапша с кусочками. Без понятия чего. Мясо вот это вот. Это мясные катышки, думаешь? Ну-ка. Ну да, вот это вот. Турецкое мясо. Всякое. Угу, да, точно такое же, как в дошираке. А я пока попробую вот это. Вот это. Ну, выглядит как в кафешках. Выглядит очень красиво. Но шарики явно вкуснее, да, чем белые? Не знаю, какой-то странный привкус у вот этого молока. Как будто какой-то копченый, горелый, да? Вот что-то такое. Не к месту. Ну, нормально. Поставлю тапиока 10 из 10, вот это вот молоко 6. Смотришь? Согласен. Лапшичка, во. Ну, это вот уже sophisticated такая лапшичка. Прям с соусом. Прям прикол. Вот это на вкус пробуешь явно что-то китайское, не знаю. Меня не покидает вот это вот ощущение того, что вот это вот черное, это что-то грибное. Короче, с какими-то грибами. Но это мне понравилось. Поставлю 10 из 10. Поддерживаю. Set number 3. Вкусно. Ну, вкусно. Вот это тоже вкусно. Ну, газировочка. Прикольно. Ну, похоже на предыдущее, тоже какая-то черно-коричневая борда. Не, вкусно. А вот что за скукоженные штучки здесь, как думаешь? Похоже, знаешь, на что? На сало. Соевое мясо, как вы. Соевое сало? Соевое сало.
В общем, прикольно. Похоже на прошлую, но не совсем как прошлое. Вот это поставлю этому 7 из 10. Ну, типа, не, за подачу, за формат, за идею 10 из 10. Да просто шарик, серьезно, вот типа всунули шарик, не, ну, и это такой типа, восторг. Ты не откручиваешь, а типа такой продавливаешь. Вау. И чё в этом? Ну да, то есть, ну, в других бутылках наоборот. Я понимаю, ну и что? Ну, это оригинально? Оригинально. Оригинально. Ну и что? Тут еще видишь вот эти выемки, ты думаешь, они просто так для дурачков придуманы? А что, они для умных придуманы? Ты когда пьешь, в эти выемки застревает шарик. А, чтобы он тебе не блокировал проход? Водички? Да! А если с этой стороны попьешь, где вот этих выемок нет? Так и не попьешь. Ну идея крутая. Так эти выемки это просто решение проблемы, которую они создали своей же идеей. Бля, ты же тупой. Они же придумали решение, салютника есть. Что ты поставишь лапше? Лапше? Вот этой. Которая... В два раза дешевле, чем предыдущая, правильно я понимаю? Нет, не в два раза, в полтора. Это десятка. Топ за свои деньги, объективно. А если упустить тот факт, что она стоит дешевле, чем прошлое? Тут тоже 8. Есть смысл переплачивать за ту? Никакого. Нету? Нет. Мне кажется, есть. Чем они вообще отличаются? Во-первых, у них разные вот эти вот. Тут нету такого ярко выраженного этого машрум вкуса. Угу. Вот, а мне нравится ярко выраженный машрум вкус. Юни, еще четвертая лапша. Что ты обжираешься-то? Не обжираюсь. Ладно, этому я поставлю. Если это было 10 из 10, то это будет 9. 9 из 10. Да, вкусно, но та вкуснее. Последняя лапша, вот такая вот, как оказалось, веганская. Невкусно. Она немножко острая и невкусная. Вот так. Какой-то странный вкус вообще, непонятный. Она даже пахнет острым. Угу. Но это, наверное, корейское, да? Потому что если оно такое зелененькое, такое овощная лапшичка... Как будто она нормально острая. Не предвещает беды, а потом вот такая фигня, значит, это сделано в Корее. Да, Сеул, Корея, конечно. Она еще и халяль. Халяль. Корейский мусульманский халяльный комитет одобряет. Кимчи тебе вообще зашла, да? Угу. Вот это, ну, 10 из 10. Алоэ как алоэ. Короче, сама ешь свою острую лапшу, я вот это доем. Сколько ему ей поставим? 3. Ну, срань какая-то. Просто лапша со вкусом остроты. Ну, типа, в чем прикол? Не, ну вообще мне Поля говорила, что нужно добавлять пакетик, потому что она типа острая, иначе будет. А я подумала, у нас же трушный обзор. Вот там дано пакетик, надо пакетика захерачить. Поэтому, ну если, наверное, пол пакетика добавить, может она не такая невкусная будет. Я поставлю 6. Нет, 5. Нормально, есть можно. Есть можно, но не больше того. Ну что там, я понимаю, морковка болтается. Травинка болтается. Все, в принципе. И перцы до хрена болтаются. Да, красивая золотистая лапшичка. Ну, я имею в виду именно сам вкус у нее. Какой-то непонятный, какой-то никакой. Чисто вкус перца, походу. Я имею в виду, если бы она была острая и грибная, было бы вкусненький гриб, еще и острая. Или там доширак. Со вкусом, ну, этот говяжий дошик, типа, какой вот этот замечательный говяжий аромат, и еще и остро. А здесь просто остро и еще и остро. Спасибо. Я знаю. Бахнуть мазика, сосисочку нарезать, и вот это будет отпад. И это будет точно не халяль и не веги. Последнее, что у нас осталось, это вот такие вот мутти клубничные. Очень милые. А, 12? Просто, извините, я не догадалась, что 12... Это 12 штук. Как открыть? Тебе мотю. Спасибо. Мне мотю. Ну ладно, такую я могу целиком съесть. А фигня какая вообще. Ну такая... Да нормально. Не вкуснее, чем в отцу. Я поставлю
8 из 10. Мне понравилось. Я поставлю 5 из 10, я не понимаю никогда, что я ем. Вот это вот тесто какое-то беспонтовое, сырое, внутри какая-то желейка, хрень. Короче, сейчас я еще нарисую таблицу всего того, чего мы поели, и как мы его оценили. Таблица сейчас появится вот тут. Вот тут, вот тут. Вот все у нас и закончилось. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите, чтобы мы страдали и пожрали острые лапши из того же магазина, пишите в комментариях. Как все просят какое-то количество лайков, в нашем случае, когда 4. На этом видео будет 6 лайков, мы пробуем острую корейскую лапшу. Чао. Пока. Пи-па-па-па-ра-па. 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 Пи-па-па-па-ра-па.